Это всегда такая история, когда у нас есть вот этот вот субъективный взгляд на вещи. Не буду называть фамилию этого специалиста. Пусть будет, хотя тут, конечно, во всех документах это потом будет. У нас он останется необъективным анонимом. Кьяра Пелакани. Вот смотрим, кстати, что сейчас четвертый поставит Кьяре. Крутит, прям только этот. Газетку можно подсунуть. Понятно. Судья номер 4 ставит Пелакани 7,5. Понятное дело, тогда как большинство ставит 7. Привет вам, арбитры. Очередной раз Кьяру Пелакани подтащили. Но, правда, у Хаймберг был провал. Был провал в... Окей, that's it, our highlight today. If you like my video, please subscribe, like and leave comment for my video. Thank you.